Блестящий пол заливных полов. Тёплых. На фото так не видно. А вот на видео смотрите, как он блестит. Солнышка жалко нету, так бы солнышко отражалось бы на потолке. То есть, если у вас солнечная сторона, можно сделать блестящий пол, и он будет греть у вас потолок. Вот морское побережье. И от солнца было бы от моря. От моря грел потолок, и от этого пола тоже греет потолок. И такая жара делает окна большие и теплые. И у вас будет обогреватель. То есть снизу зеркало, зеркало греет. А если концентрированное сделать наверху, еще песочек подогревал бы, то у вас отопление и не нужно. Вот как примерно идея, бизнес-идея такая интересная. То есть здесь, когда солнце, получается, солнце отражается от пола и нагревает потолок. А потолок, если у вас он будет забетонированный, то будет супер. Нагрело бетончик, и у вас жара дома. Если летом закрыли ставни, окошечки прикрыли, и будет тоже все хоккейно. Вот такая вот идея. Пользуйтесь. Всем привет, блестящий.